Получить помощь стало проще. В Махачкале теперь функционирует общественная приемная «Трезвой России». Обращения граждане могут оставить, подойдя лично в общественную приемную по проспекту Расула Гамзатова, 4 или позвонив по телефону. Номер вы видите на своих экранах. Чаще всего люди обращаются с вопросами по защите прав и за юридической консультацией. Всего в год «Трезвая Россия» обрабатывает более 500 заявок дагестанцев. Обратившиеся также могут рассчитывать на подготовку запросов в профильные структуры. Здесь основная цель – проанализировать, подумать, а где конкретно мы можем помочь. Все коротко и ясно. Это первое. Здесь волонтеры, которые работают в автоматическом режиме, забивают паспорт на каждого, соответственно, обратившегося, который в режиме онлайн попадает на стол к нашим юристам, которые находятся не только в Дагестане, но еще в Москве, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге. Это большая сеть такая юридической консультации. Любой дагестанец может сюда прийти и получить бесплатную юридическую помощь по любому интересующему его вопросу.